Ремень безопасности должен быть застегнут до выключения табло «Застегните ремни». От имени экипажа благодарим за то, что вы воспользовались услугами авиакомпании «Аэрофлот России». Ребят, всем привет! Мы сейчас находимся в поселке Песчаное, Бахчисарайский район. Поселок Песчаное находится прямо посередине между Саками и Севастополем. Поселок Песчаное подойдет для семейного отдыха. Много гостишек, много сдается жилья, и говорят, что жилье здесь достаточно доступное. Деткам очень нравится, так что советуем сюда приезжать с детками. Большой рынок, где вы можете, в принципе, приобрести там шаурмы, пиво, водички, чипсы, практически все от круга до тапочек и каких-то продуктов. Цены на разные напитки. Маленькая бутылочка Stella Artois. Ну, короче, напополам цены в основном. Мороженое 50 рублей и выше. Песок. И небольшая галька. Ребят, море как парное молоко. Когда отдыхаете на море, будьте осторожны. Помониторьте, что делать, если вдруг хватило судорога, и как выходить с этой ситуации. Потому что если вы заныриваете где-то на глубину, вы должны быть к всему готовы. Ну и никогда не ныряйте в одиночку. Солнце можете спрятаться в таких беседочках, хотя солнце и так сейчас спряталось за облаками. Попрыгайте, но на батутике. Будьте мой. Кафешки, столовки. Вы здесь точно голодными не останетесь. Ну, людей, я вам скажу, достаточно много. По всему побережью Песчаное, да. По всей набережной улице. Рыночек, где вы можете купить шашлык, шаверму, снять номер и сходить в магазин. А вон еще и столовая, бар. Вот так вот здесь все оживленно. Получается, видишь, идет две набережные. Одна идет параллельно морю, вторая конкретно идет заставленная
Ну, это от гостиницы сделали алейку. Такой вот. Ну, он смотрит, кофе как он готовят на песке. Это по-турецки, да, кофе вот на песке готовят? Ну, развлечений много и для деток, и для взрослых. Взрослого могут в тире пострелять, любителей пострелять. Или в кафешке посидеть. Пиво попить, шашлычок погрызть. Ну, а детям вот машины. Вот экскурсии по Крыму. В Песчаном вы можете съездить в Бахчисарай, посетить Успенский монастырь, посетить древний город Чехоткале и Ханский дворец. Вот, отсюда, собственно, ехать недалеко. Понравилось тем, что здесь очень все облагорожено, есть туалеты, есть места, где можно припарковать машину. Все это, ну, место для парковки в Депенсе, место для парковки бесплатное. Друзья, ну что ж, хорошо, мы все отдохнули, всем понравилось, да? Да! Все довольны, советую вам приехать. И мы счастливы! Да. Советуем вам приехать в поселок Песчаное, который находится на юго-западном побережье Крыма. Посетить этот поселок, самим все увидеть, отдохнуть с семьей, приезжать сюда. Ну, конечно, с палатками все не приедете, но если захотите с палаткой, прямо второй съезд от кольца, прямо и направо. Можете спросить у местных, как сюда поехать. Ну, а мы уже едем домой. Нам все очень понравилось. Мы довольны, накупались, такие распаренные, ребят. Едем домой. Кто не подписан на канал «По Крыму с позитивом», все подписывайтесь. С вами была Аленушка, Иванушка, наши детки и наши родители. Все, и мы поехали домой. Всем пока-пока-пока. Увидимся всем в следующем видео где-нибудь на другом побережье нашего любимого солнечного Крыма. Пока-пока. Пока.